Всем привет, с вами снова Ракнепушка. Да, с вами снова Ракнепушка, и я сегодня снова буду поигрывать в игру в Fortnite. Так. Я почти готов запустить игру. Вот, и сегодня получить пару пуль в одно место. Да. Ну так что, поехали. Объяснять, наверное, по поводу игры я ничего не буду. Ну, типа, королевская битва со строительством. Все как обычно. Ничего сложного. Вот, вроде как сегодня какое-то обновление вышло. Мне рассказывали, что это обновление, которое песочницу добавляет. Но может быть что-то еще хорошее добавит. Кто их знает. Вот. Ну, на самом деле, я настолько фигово во всем разбираюсь тут, что даже если окажусь перед этим нововведением, не факт, что его замечу. Вон народ застраивается. Че, посмотрим сегодня, займем хотя бы топ-10, уже буду рад. Потому что стрелять я не умею, никого нафиг не убиваю, просто прячусь. Ну, все как обычно. Так, полетели в кинотеатр. Конечно, не помню там сколько полезных вещей. Но может быть что-нибудь окажется. Пока что никого не видно, чтобы кто-то туда летел. Может быть, это хорошо. Так, летит кто-нибудь? Вроде бы нет. Это хорошо. Сразу ловушку дали. Так, я сундук слышу. В сундуках обычно что-нибудь прикольное бывает. Вон, винтовка есть. Так, а почему это кинотеатр? А, это типа автомобильный кинотеатр. Точно, я уж почти забыл. Что тут еще полезного-то может быть? Я почти в зоне, это хорошо. Так, а через меня кто-то может побежать куда-нибудь? Непонятно. Да, молчать. Так, ты тоже пригодишься. Вообще у меня что-то патронов тут маловато. Немного напряжно. Так, что ж делать-то будем? И без патронов нормально не повоюешь. О, там еще одна ловушка. Но я что-то даже не знаю по поводу ловушек. Ни разу еще нормально не получилось их применить. Так, я думаю, сейчас вот этот трейлер расфигачим, и ресурсов будет достаточно, чтобы хотя бы что-то построить. Вменяемое. Третья ловушка уже. Прикиньте. Я что-то слышу.
А, о, более. Впритык и не заметил. Импульсная граната. Пригодится, однако. Так, еще бронь. Но мне, наверное, это не пригодится. Так, дробовики. А, что такое? Тактические пистолеты, блин. Ну, может быть. Может быть. Хилку продает. Блин, сколько тут всего? Офигеть прямо. Так, тактический дробовик, он из-за своей скорострельности гораздо круче. Так, стрим вроде бы нормально идет. Вау. Сотня брони, это круто. Так, ну чё, двигаемся. Отрек. Чё, акроанархия? Наверное, туда надо будет двигать. Вот, по пути. Ну, я не знаю, если кто-то через кинотеатр пойдет из каких-нибудь домов, там может оказаться. А так пока что я не уверен, что враги здесь будут. На самом деле окраины не подписаны, я плохо знаю. Вот. Да хотя маловероятно, что туда кто-то полетел. Этот кинотеатр далеко находился, и никто туда не захотел лететь. Так, еще бронь. Так, патрончики, это круто. Я, по-моему, слышу где-то сундук. Он, наверное, наверху. Да, действительно, наверху. Очень часто сундуки, кстати, наверху бывают. Так. Я, давайте возьмем пистолет-пулемет. Сколько? 23 человека уже осталось. Интересно. Сейчас так с краю постепенно заходить будем. Удивим врагов. Слушайте, а как эта граната работает? Никогда не применял. Что-то было. Наверное, было прочитать, что за граната. Так, лут. Где ты? Я тебя слышу. Так, револьвер мне не нужен. Бля, где его реально слышу? А-а-а. Е-е-е, хилка. Я даже не знаю, что. Давайте замес гранат возьмем. И поможет пригодиться. Это патроны для дробовика. Ну, хотя там, по-моему, неправильно называть это патроны. Дробь. Блин, не помню.
Так, тут что-нибудь есть такого? Так себе. Так, ну что, дальше двигаем? Надо будет за окраинами анархии следить. Там кто-нибудь может оказаться. Тям-тям-тям-тям. Тя-тя-тя-тя-тям. Зона на нас не сходится. А, блин, я помню эти акры анархи. Я там двух человек с гранатомета убил. Ну, типа с базуки. А, нет, не базука, а RPG. RPG, который. Да. Помню, это было забавно. Мне показалось, что это что-то слышал. Может быть, это так и было. Так, не видно, чтоб что-то тут строили. Своеобразный показатель. И бочки. Так, в плане лута интересно. Что тут? Да как? Так, патроны собрали. Здесь кто-то собирал этот лут. Значит, кто-то может еще тут быть. Ну, там дверь открыта. Да, тут на акрах кто-то был. Вопрос, где он теперь? Так, маловероятно, что я как-нибудь хорошо залутаюсь тут. Хотя кто знает, кто знает. Так, кто-то подорвался. Зачем только? Мне говорили, что если очень громко попрощался с жизнью, это значит подорвался на гранате. Там тактический дробовик. Дробовик. Бабамс. Так. Или не тут, не в этих полях анархии. Я тогда участвовал в перестрелке. Как зона почти. Мне бы найти природное укрытие и за ним прятаться. Так, вначале стенки возьмем. Тихонько. Тихонько. Да, кто-то избивал это дерево. Так. Дробовик. Это вот так, наверное, поступим. Вот так вот. И чё, и как? Надо двигать. В приятном парке. Зарубон будет. Опасно все это. Кому? Не по мне, судя по всему. Там кто-то строится. Черт. А я как на ладони. Буду. А чё он там строится?
туда зона уходит. А, ну, кстати, там зона есть, окей. Блин. Вот в этот карман не хочу заходить. Типа, нафиг надо. Опасно все это. Опасно. Че там? Перестрелка идет, что ли? Так, строится. Парняга строится. Так он меня видеть не будет, а остальные будут видеть. Жесть. Я, блин, тут... Вот черт. Это очень плохо. Это очень-очень плохо. Уходим. Кого-то заметили и убили. Так, давай сюда. Уходим. Как где-нибудь засесть, где мы не будем выделяться сильно. Кого-то убили. Давно. Жесть. То есть зона вон там сойдется, да? Жопа, что сказать? Тут парень сверху-то что будет делать? А это там было? Я не знаю, что делать. Это было рядом. Меня елка защищает. Не знаю, по мне ли стреляли. Но это было рядом. Вон там бегает парень. Ага, по нему шьет другой. Мы ему в спину зайдем, если повезет. Где-то рядом это происходит. Два хп осталось, но я убил. Черт, сердце так и колотится.
тяжелый дробовик. Так, хлебаем. Хоть немного брони. Черт! В смысле, я в топ-2 попал? Вау! Блин, а чем он таки в меня пальнул? Гранатомет был, да? Надо было автомат брать, наверное. Но неплохо для начала. Ох. Не, это реально было неплохо. Мне понравилось. Хоть на кого-то я засаду устроил и повезло. Типа убил. Да, тяжелый дробовик перезаряжается долго. Это было проблемой. Ох. Все надо перестрелки идут. Кстати, этот парень не очень сильно застраивался. Ну, вообще, когда я впервые оказывался в топ-2, в топ-3, парни там чуть ли не башни строили. Теперь не строят. Давайте на богатый берег. Сиганем. Бля. На-н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 а. Так, богатый берег. Я, кстати, не помню, что там хороший лут был. Но местечко довольно-таки забавное. Я еще лечу, а кого-то уже убивают. Массово. То, что успел, то и использует. Так. Видно кого-нибудь? Вроде нет. Это хорошо. Так, тактический дробовик, значит. Ну да. Реально, самое топовое оружие в игре это тактический дробовик. Конечно, расстояние оно так себе бьет, но... Зато убивает. Вблизи очень хорошо. Бля, у меня же ловушки еще и были, к тому же. Это прикольно. Только я их так не использовал. И 4. Так, что у нас тут? Ну я говорю, здесь по луту всегда как-то очень странно. Вообще. Типа почти нету. Так, следующее здание. А нет, это парковка типа. Ну такой домик простецкий. Для богатого района-то. Что это? Пиньята? Я такой еще не находил. Е-е-е.
только оружия нормального нету. Это печалит. А скоро надо уходить. О, хотя бы тактический дробовик. Почти норм. Да, и патроны для него были. Но я, наверное, с пиньяты их выбил. О, в пиньяте было очень много... Блин, как назвать это правильно? Ресурсов. Вау. Фиолетовый. Ну, не то, что вау, но прикольно. Да, скоро двигать, скоро двигать. Что это было? Кто-то рядом стрелял? Не хотелось бы это знать. Вроде никто ж не приземлялся. Главное слово вроде. Но кто-то рядом вроде стрелял. Вроде. Вроде. Ладно, фиг с ним. Бежим. Кто это там? Стой, забавный домик. Его я еще не видел. Может как-нибудь туда приземлиться? Дверь открыта. Там кто-то был. И где он сейчас? Так, надо быть поосторожнее. Там кто-то был, он мне может в спину зайти. Вон он. Я его потерял. Вон он бежит. Блин, не в ту сторону побежал, гнида. Быстро убить его не получится. Так что преследую. Я его опять потерял. Вот это я дал. Супер. Вау. Такой я штуки еще не видел. Так, что-нибудь берем? Да ну нафиг. Так, а тут что? Еще один пистолет. Мне повезло, у него оружия не было нормального. Относительно. А у меня было. На-н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 а. Так. Куда бы сейчас двигануть? Так, чтоб не убили. Случайно. Так, С4 одна осталась. Блин, интересно, много на урон наносит. Так-то она мне очень помогла. Так, мне говорили, синие грибы восстанавливают броню.
О, реально. Прикольно. Вон там кто-то бегает. Есть ли смысл его преследовать? Тем более я его потерял. Опять. А. Это он там мост отгрохал только что. Ага. А, привет, Игорь. Я тут подумал, но Нормиг был бы джумшут, типа ничего не строишь именно по этому. Ну, да, в принципе, есть такое. Я в той игре практически ничего не строю. Я с тобой согласен. Чё, стрим нормально идет или нет? А то у меня сегодня интернет сбоит, как не знаю что. Так, а куда лестница пропала? Ты его уничтожил? Жесть. Ну, я бы, кстати, в гору не лез. Ее взорвали? Ну, наверное. Очень похоже. Только кто? Блин, где бы укрыться так? Открытое поле. На самом деле у меня большого преимущества-то нет над врагами. Так что я даже не знаю, куда идти. Та-дам, там, та-дам. Не пойму, где перестреливаются и почему так слабо. Так, а оттуда же кто-то побежать может. То есть позади. И тогда у меня проблемы будут. Пока что ждем в засаде. Фиг знает, где зона сойдется. Осторожней. Ладно. Мне, наверное, только стоит беспокоиться, если, типа, над моей головой кто-то будет. Это, в принципе, возможно. А так сильно внимание не привлекать. Может, в топ-10 попаду. У меня прошлый заход закончился тем, что я в топ-2 попал. Он бежит. Одного видел. Либо он меня увидел и скрывается за деревьями, либо я не знаю, что. Его больше нет.
Я кого-то слышал. Вау, по мне бьют. Черт, не долетело, что ли? Шьют! Нифига себе. А чем он взорвал? Жестко. Не, в действительности я сам виноват, что туда полез. Для тебя пицца. Эх, Игорь, Игорь. Блин, в таком хорошем кармане сидел. Я не знаю, зачем вылез. Ну ладно. Тип сойдет. Это оружие много набросали. Но он чем-то суровым на всех взорвал. Чем? Забавно. Грабгир. У меня, кстати, всегда так. Я, типа, у меня первая катка, она классная. Типа, топ-9, ну, топ-2 же попал, получается, в первую. А следующее было топ-12. Мне сказали, что этот особняк называется дача Путина. Его так типа игроки называют. Так что надо посмотреть, что там есть. Обычно там несколько сундуков. Я один лечу сюда. Видать. Пока что никого не видно. Так, собираем ресурсы. Пригодятся. Возможно. Все равно нифига я не строю. Что это за звуки? Кто-то тревогу поднял где-то. Не знаю, зря он так или нет.
Я что-то еще ни одного сундука не нашел. Блин, в это обновление добавили двойные пистолеты. Притом они крупнокалиберные. Вау. Типа они стреляют патронами для автомата. Жестко. Слушай, Игорь, я не помню, а ты вообще сам Fortnite играл или нет? Что-то я, по-моему, это должен был у тебя спрашивать. Но ответ вообще не помню. Какой-то особняк супергероя. 100%. Блин, ни одного сундука впервые-то. Ну, хотя бы что-то там по патронам. И по оружию есть. Уже более или менее. И хоть что-то с прицелом будет. Может, кого-нибудь напугать смогу. Legendary Пончик, привет. Что-то я не знаю, мне было сложно твой ник прочитать. Ну, по крайней мере, привет. Так. И позалутались. Так. Боевик, автомат. Вот так, наверное, как-нибудь. Слушайте, я так Лару Крофт могу изображать. Учитывая, что прическа даже такая же, как надо. И два пистолета. Ну и типа старый. Лару. Ну, типа... Доказательств у меня нету, так что выглядит так, будто у меня нет друзей, ну, типа, мне не с кем играть, поэтому я в соло, типа, по вечерам сажусь, играю. О, грунтами. Это забавно. Я еще ни разу из него не стрелял. Ну... Интересная штука. Надо будет как-нибудь рикошет ее рассчитать. А учитывая, что я ее впервые в жизни нашел, я даже не знаю, ее только добавили или она была уже. Вот двойных пистолетов я не видел. А вот сегодня, играя уже третью катку, уже видел несколько. Дробовики. Так. Он меня видел. Вау-вау-вау-вау.
Я ж ни разу по нему не попал. Легендарная точность. Вау! О, сурово! Откуда? Ой, ты... Я ж нажал поменять оружие, почему не поменялось? Черт! Фиго. Эх. Бля, а чё реально оружие-то не поменял? Обидно. Жестко, жестко. Что там происходит? Что это за приколы? Чувак, не надо так. Там-там. Ну ладно, я хоть кого-то убил. Уже радует. Да, гранатомет это не для меня вещь. Надо бы запомнить. Сложно рикошет рассчитать. Плюс еще взрывная волна такая слабоватая. Что, полетели китайцам? Та-да-та-та-дам, та-да-та-та-дам. Забавно. Ну, типа, когда камеру вверх поднимаешь, не слышишь звуки воздуха. Воздуха, ветра. Хотя... Даже не знаю, как более правильно. Так, кто-нибудь? Нет, все в порядке? Отлично. Просто замечательно. Так, по лестницам не бьем. А то еще сломаются. Блин, надо бы как-нибудь научиться все-таки нормально стрелять в этой игре. Тут что-то как-то не ахти. И двойные пистолеты, судя по всему, если попадают, много урон наносят. Я, типа, в них попал. Врага разнесло.
Разнесли тут все. Значит. Так, кто-то подорвался. Так, ты мне не нужен. Вот дробовичок я бы взял. Так, что по ресам-то? По ресурсам. Так, ну, типа RPG и гранатомет используют одни и те же ресурсы. Так-то. Что очень забавно. Мне вот реально было интересно. Я гранатомет подобрал. Что с ним да как. Оу. Тактический дробовик, тем более синий, это вообще топ. Я все туда разнесу. В доме надо хранить полезные предметы. О. Бронька будет. Так, надо уже типа этот ноги делать. Всё. Вот, забираем дерево и делаем ноги. Так, автомат, все дела, вперед. Гоу, 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 гоу. Нечего прохлаждаться. Так, с моей стороны откуда могут? С фабрики бежать, то есть слева. Или в полях кто-то. Значит, ждем там врагов. Вау. Стрим. Что происходит? Странно. Интернет типа. Давай без этого. Так, природное укрытие, природное укрытие. Ну, горой воспользоваться, если только. Бежим. Так, однако уже большинство людей погибло. Так, спокойно. Спокойно. Забыл. Так. Вначале дробовик, потом винтовка. Этот дробовик надо будет поменять. Так. Сейчас быстренько кое-что глянуть надо. И продолжать бежать. Ага. Так, все, продолжаем. Двигаем, двигаем, двигаем. Меня за это время могли убить. Ну так, в принципе, обычно можно скрыться в каких-нибудь кустах или еще чем-нибудь. Допустим, если вот так сидеть. Я могу ты не заметить. Так.
Хмурые холмы. Мне вот всегда вот эти вот звуки интересные были. Чем это связано? То есть вот такое пиканье, а потом взрывы. Это интересно. Так, из снайперской винтовки убивать. Вообще из снайперской винтовки относительно сложно стрелять, как я понял. Я вон там с обычной винтовки-то не попал ни разу. Уже говорить про снайперскую. Так, колки и ключи. Я думаю, там один или два врага может быть. Ну и чё, мы не торопимся. Это игра именно на выживание. То есть, кто последний останется. Так что лезть на рожон не надо. Они сами друг друга поубивают. Тем более, учитывая, что у меня лут такой средневесенький. Хороший бой я не смогу дать. Бинты. Умпа-ломпер. Так эти умпы-лумпы? Блин, далеко еще. Так, зона еще не сгущается, поэтому не торопимся. Покой найдем. Что это было? Я что-то слышал. Окей. Спокойно. Не паникуем. Там что-то вроде мини-горы. Можно воспользоваться. Блин, чистое поле. Как не круто. Так, глянем, что в доме. Дом залутан. Значит, не глянем, что в доме. Вау. Кто-то мосты строит. Так, но мне туда. Какой-нибудь куст найдем. Типа, сядем, подождем. Спокойно. Спокойно. Нам проблемы не нужны. Мы это разумные люди. Да? В смысле, это... Что это светится? Это оружие? Яблочко. Сидим тут. Блин. Не сидим тут. Не нравится мне все это. Так, слева, справа народ может быть. Хреновое укрытие. Реально хреновое. Там сейчас лут будет. Вот, то есть так со спины ничего не будет, но вон справа могут быть люди. В доме могут быть люди. Зона прям за мной замкнется, да? Окей. Вон там кто-то строит или нет? Так, надо двигать туда, да? Дом в зону не попадает или попадает? А. Так, лут просматривают. 100%. 100% за ним следят со снайперской винтовкой.
Надо же. Кто-то погиб от бури. О. Тут валяется. Так, по кому? Не по мне. Однако топ-10. Что-нибудь есть хороший? О, Фамос. Фамос, это неплохо. Так, это какой дробовик? Тяжелый? Нет, тяжелый не берем. Грёбаные шины! Так, у меня патронов для снайпера не особо. Жесть. Так, зона приближается, да? Так, хорошее укрытие, только эта гора. Так, вот так вот. Пока что подождем здесь. Никто дроп... Ну, типа... Лут никто не забрал. Но это важная информация. Так, осторожней. Блин. Ненавижу эти склоны. Я что-то слышу. Это либо торговый автомат, либо... А, либо... Как бы тебя назвать-то? Сундук. Во, блин. Так. Кто по кому стрелял? Ну, мне в зону попасть 5 секунд. Какие 5 секунд? Секунду. Скрываться негде будет. Что будем делать? Кто скажет? Что будем делать с мертвой шлюхой? Он скачет. У них там бой? Нет? Семь патронов для снайперской винтовки. А должно хватить и одного. Так. Топ-3. Такое, если честно. Суровое известие. Так, сейчас зона будет, пойдет. Подождем. Тот второй враг побежит туда.
У меня шанс занять топ-1, если враги друг друга побьют так, чтобы осталось 2 хп у одного из них, а я из дробовика шальную пулю убью. Это единственный мой шанс на победу. Блин, меткий гад. Ничего не скажешь. А второй вон там, он внизу бегает. Начну сражаться, надо бежать. Ну что, батут был? Это он высоко подлетел. Я его отвлекаю, гаси! Я в зоне, чуваки, вы как хотите. Чё, я так выглядывал, что ли? Офигеть! Во, я дебил! Жесть! Ну чё, где там последний в засаде сидит? В смысле победа? Тот сдался, что ли? Ну, блин. Ибо третье место. А, ну да, третье место, не сделав ни одного выстрела. Куда бы сейчас податься? Или я в кого-то стрелял? Да нет, вроде ни в кого не стрелял. Бля, а что со вторым произошло-то? Он вышел или что? Это как-то стрёмно было. Я думал, сейчас будет заруба. Посмотрю. Оказывается, нет. Фигово. Слушайте, а как они вот такие строят? А, это конус. Да нет, что-то какие-то большие конусы. Так. Этих строителей фиг поймешь. В закусочную полетим. Хотя обычно в закусочную кто-то тоже летает. И я там погибаю. Это интересно. Вообще, не думаю, что те, кто занимает топ-1, топ-2, они типа в самую гущу сразу падают. Мне не кажется, что это правильно.
Хотя, может, есть места, в которых там лута, что, типа, попой жуй. Что там знак у него? Шахар кто? Это знак в квадратный скобках. Забавно. Так. Куда кто-то летит? Я протупил. Нужно оружие. Срочно. Инти может пригодиться. Как ловушка. Вот сундучок. Так, килка это хорошо. Блин, дробовик был бы, конечно, получше. Надо было типа на дельтаплан посмотреть, какой там он был. Это важно. Типа прошаренные игроки, они обычно красиво выглядят. И дробовичок — это тема. Не тот, конечно, какой хотелось бы. Но тоже сойдет. Я тут был? Не, не был. Так, осторожно. Осторожно. И куда он или она приземлился? Непонятно. Так, убегать туда. Не выдаем позицию. Осторожно. У меня есть несколько PC 4. Так, здесь его не было. Так, много ловушек. Может, убежал. Типа такое тоже возможно. Конечно, не стоило бы надеяться на что-то такое. Но первыми я из... Надо будет с краем зоны бежать. В таком случае. Вижу лестницы. Скорее всего, он убежал. Залутался и убежал. Немного ресурсов мне пригодится. Так, все, валим. Валим. Если что, пособираю по пути. Надо валить. Блин, тактического дробовика нет. Фигово. А-а-а.
А он бы пригодился. На какое-то количество хватит. Ёпта ж там отстроились-то. А тот, кто это все построил, он уже ушел оттуда? Лутаться-то там нет смысла. Так. Перестреливается. Я не знаю, что с ним произошло, но мне повезло. Так, винтовка нахрен не нужна. Вот тактический дробовик может пригодиться. Campfire. Окей. Я так понимаю, он думал, что сейчас с ним ничего не произойдет. А с кем он перестрелился? Так, нужно менять. Так, дробовик правильно стоит. МПП, ага. Да, возможно, он в меню зашел или еще что-то делал. Мне повезло. Так. Что получается? В брошенных башнях наверняка кто-то есть. Это даже не вопрос. Это констатация факта. Там что ли? Ну, прель. Вау. Я не знаю, что поменять. Тук тоже вроде нужна. Ладно. Типа буду сурово. Ну что, вперед? Стену вынесли. Заруба, значит, жесткая была. Либо кто-то ресурсы собирал. Так, как лучше всего слезть-то будет? Забрался и не знаю, как слезть. Круто, что ли? Так.
Ничей. 14 человек осталось. Так, это бронь. Окей. Блин, нафига я снайперскую винтовку беру, если стрелять из нее не умею? Хотя вместо бинокля сойдет. Плеер 504. Блин, там кто-то же может быть. Арт. Фиговое укрытие. Реально фиговое. И из башен кто-нибудь может быть. А вот за деревом. Ну, блин, если честно, относительно. Ладно, посмотрю, куда двигать. Ага. Так, ну я бы сказал, что вот кто-то из той стороны может побежать, куда я сейчас смотрю. Можно будет подождать. А потом уже двигать. Да, вон бежит. 208 метров! Еще и попал. Может, кто-то там где-то засел, и он по нему стрелял. Но это капец. Так, топ-10. Однако. Бля, нифига там кто-то расстрел-то ведет. Че-то было. Зарубон. Быть мобильным надо тихо, размеренно, не привлекая внимания. О, хороший куст, хотел я сказать. Блин, прям не, ну кстати, не мудрено, что в башнях потасовка идет. Так, все, двигаем. Блин, ну это... Это РПГ было. Блин, там с одной стороны вода, с другой башни эти. Жесть. Это граната, на которую вонючка. Блин, не хочу я в этот башенный город идти. Ой, как не хочу. Но придется. Ну, это может пригодиться. Так, бежим сквозь. Сквозь, сквозь, сквозь. Не останавливаемся. Зона. Жесть. Ну что, и где враги-то могут быть? Где оставшиеся 4 человека? Кто мне подскажет?
Перестрелка далеко. Бля, там чистое поле и дорога. 100% приду туда, две башни стоят. И народ перестреливается. Так, еще три человека. Так, не туда, да? Стрелять придется 100%. Да ну! Игорь, что ты взял? Не по мне случайно стреляли. Вау! Тут стрелял-то, парняга. Я покрыться. Трово. Но он выдал свою позицию. Давайте, народ, убейте его. Так. Вон там парень застраивается. Оу. Я не знаю, вон оттуда меня парень убьет. Я ничего не знаю. Я себя сам загнал в угол. Посередине зоны домик. Я сижу в этом домике. В окно я выбежать не смогу. И один из врагов знает, где я. Так, кто-то грохнулся. Заметьте, Игорь, я еще ни разу не выстрелил. Ладно, выстрелил, я кого-то убил. Парень просто остановился, когда я за ним наблюдал, и я его расстрелил. Так, один на башне сидит, второй вот где-то оттуда стрелял. Я не знаю, где я. Супер. Что сказать? А у меня брони практически нет. Призит? Бля, ну это интернет уже. Ну, то есть мой. Что там в последнее время? Типа, так себе. Так, чё и где они?
Ну, я даже не знаю. Да не, я не буду бить вести. Так, тот парень там заседал. Где он теперь? Не, я передумал. Не. Что, реально где они? Это было. Я что-то услышу. Кто-то кидал ТНТ. Черт. Джамшут, спасай! А где другой-то был? А тут вообще под елкой сидел. Офигеть. Моя китайская стена. Е-е. Вот, блин, я вот так строить не умею. Это как вообще? А вот его противник сейчас играет так же, как я. То есть вообще без строительства. И скоро зону убьет. Офигеть, у него была тварь, которая полностью все восстановил. Жестко. Не, ну на самом деле, типа, топ-3. Ей. Было жестко. Реально жестко. Е-е-е, я за Лару Крофт играю. На как шины вообще работают? На них просто встать надо, и ты прыгаешь или что? Жесть. Я всегда так пугаюсь, когда в них подпрыгиваю. Это реально жестко. Так, может в рощу? В ревущую.
Что-то звук пропал. Странно. Ну что-то, Игорь, сейчас смотрю стрим параллельно. Вроде пока что не фризит. Видимо, тогда фризил. Блин, а я за бурю раньше не замечал, тут довольно-таки прикольно. Типа задние острова, все дела. Прям как мир юрского периода. Это что такое? Я тут один? Вроде один. Ага, один. А, тут оружия нет! Где оружие, я спрашиваю? Все, я валю отсюда. А, ну может быть. Жи, грибы, бежим. Не, без оружия мне там нечего делать. Меня бы расстреляли. Я-то думал, сейчас в этом домике, в центральном, хотя бы что-то будет. Ага. Там даже патронов не было, чтобы им кидаться. Жесть. Так, дальний домик. Здесь кто-то может быть? Наверное. Или нет? О, ловушка. И батут. Прикольно. Так, пока что не крушим местное здание сильно. Все разобью, блин. Мне казалось, я где-то услышал фундук. Где-то рядом. Арт. Дайте патроны поднять. Ой, кто-то домой вернется, дома не окажется. Так. Мне нужен лут. Срочно. И по кроме патронов и дробовика, у меня ничего нету. Это может оказаться критическим. Два дробовика. Где я тебя слышу? На крыше, что ли? Не в туалете. А-а-а. Блин, я его сломал. Чёрт. Эх. Не, мне реально патронами и ловушками бросаться теперь только остается. Одни дробовики. О, ну надо же. Что-то новенькое.
Так. Сурово. Так. Вот так делаем. Пока что. И теперь даже есть чем отбиваться. Это круто. Сейчас нажрёмся грибов. А потом нас долго плющило. То, что у меня оружие появилось, это, конечно, хорошо, но есть один минус во всем этом. Ну, кроме дробовика, у меня все остальное оружие использует одни и те же патроны. То есть ни пистолета, ни пистолета-пулемета, ни какого-нибудь ружья, ничего нету. Окей. Прикольный там домик. Зря я в него не полетел. Давай, Игорь, спокойной ночи. Удачи. Тут никого не было, что ли? Прикольно. Угу, патрон на месте. Даже сундучок есть. Хлебай. Говорю я тебе. Бля, у меня этих батутов тут будет. Батуты и шипы. Типа, что еще для жизни надо? Батуты и шипы. О. Будет что поюзать на крайний момент. Да тут больше ничего. Блин, еще одни. Три штуки уже. Три. Только я их нормально применять, блин, не умею. Так, осталось 20 человек, значит сейчас заруба пойдет. Надо быть поосторожней. Ушел, сволочь. Я вообще по ним попал.
Вроде как попал. Пару раз. Но это... Не, я типа цифры видел. 22 там. Мутит? Тип. Поц, блин. На тебе. Блин. А он интересно, из чего стреляет? Ах ты ж поц! Куда это было? Чертов поц. Надеюсь, ему больно было. Интересно, меня там до сих пор ждет. Не получилось его миновать. Блин, в дереве бы не застревать сейчас. Так. Вообще финальная точка практически всего.
Ой, тут зоопарк-то начнется 8 человек. Блин, отовсюду же бежать могут. Бежать-то отовсюду могут. Так. Что у нас получается-то? Блин. Пулемет, однако. Для винтовки патронов маловато будет. Что происходит? Так, не выдаем себя. Не выдаем. Рано для этого, рано. Эй! Черт. Ох, ладно, господа. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Рахнепушка. Приходите еще. О, как по нему влетело. Я сейчас это досматриваю, ухожу там. Хотите, смотрите. Блин. Черт, чел меня заметил, фигово. Жесть. Не слабо они тут рубанули. Убийств. Офигеть. Я-то радовался, когда троих убил. 13. Жесть. И у них у обоих РПГ. Да сколько там зарядов-то? А чем он стреляет? Это гранатомет так работает? Вот про что я говорю, застраивается, как не знаю что. Блин, успевает менять же. Быстро подстраиваться. Жестко. Оу. Попался, попался, жестко попался.
Но мне кажется, Транзола проиграет. Реально. Есть у меня такое ощущение. А как он это делает? С двух сторон, что ли, застраивается? Блин, капец. Нифига! Ладно, все, давайте. Сегодня точно мой день, я даже ставку правильно сделать не могу. Все, давайте, до скорых встреч.